Сегодня в меню блины 1001 дырочка. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Мука 300 грамм. Желтки 2 штуки. Вода 650 миллилитров. Соль 0,5 чайных ложки. Крупа манная 100 грамм. Сахар 1-3 столовых ложек. Дрожжи сухие 0,5 чайных ложки. Растительное масло 1 чайная ложка. Разрыхлитель теста 0,5 чайных ложки. Рецепт довольно простой, а вот сами блинчики получаются действительно усыпаны мелкими дырочками, нежные и очень вкусные. Думаю, для многих он будет новым и не совсем обычным. Попробуйте приготовить. Подготовьте все ингредиенты. Соедините муку, манку, сахар, соль, разрыхлитель и дрожжи. Добавьте желтки и масло. Перемешайте и влейте теплую воду. Взбивайте все вместе в течение 2 минут, затем накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Затем, смазывая сковороду растительным маслом, испеките блинчики. Марокканские блины жарятся на умеренном огне, и только с одной стороны, переворачивать их не нужно. Подавать такие блинчики принято со сладким соусом. Для этого смешайте 50 грамм растопленного сливочного масла и 30 грамм меда. Подавайте блины к столу. Очень нежные и воздушные марокканские блинчики из пенного теста. Что-то среднее между американскими панкейками и нашими привычными блинами. Берите рецепт на заметку. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!